Девочки, я приехала в салон и попала на покраску бровей случайно. Сейчас у меня еще будет процедура для волос, последняя, третья. Потом у меня будет педикюр, подготовка к Новому году, тут осталось меньше недели. Вот, и тут есть мастер, который может сделать мне брови. Коррекция мне не нужна, я так выщипываться, что надо и не надо. Вот, но покрасить их можно. Кстати, один косметолог мне сказала, что в принципе нежелательно часто красить. Почему? Потому что бровь будет реже и волосики будут выпадать. Но перед Новым годом хочется быть красивой и меньше красить их карандашом или, например, тенями. Поэтому я решила покрасить. Сейчас вот показывает, какая я есть. Я, кстати, сейчас без макияжа, только с помадой новой от Avon. Она мне, кстати, очень нравится, но я уже поела. Поэтому она уже не такая. Вот. Вот такие вот у меня сейчас брови. И какие они будут. Как же так правильно. Сейчас попробую. Вот так, да? Вот так. Вот так. Они сейчас серенькие, как у мышки. А я хочу коричневенькие. Все, сажусь. Ой, вот что у меня получилось над бровями. Мне нравится. Я, в принципе, советую студию на бровях, если вы из Киева. И обязательно обращайтесь к Янине. Вот. Покраска хной. Обязательно к хной, тогда волосы не портят именно на бровях. И они, наоборот, еще гуще и лучше отрастают. Но никак не доберусь. Это центр, надо ехать, и я, в общем, надо как-то выбраться. Дема. Дема. А кто башню построил? Дема построил башню, да? Да. Она большая? Да. Широкая, высокая, маленькая. Маленькая? Да. Ага, ну поговори с мамой, поговори. Давай. Покажи свою башню. Смотри, какая башня. Смотри. Вот. Это какая? Это какая? Какая. Высокая. Дём. Дём. Ну, Дём, ну поговори с мамой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот грызи. Ну, пожалуйста. А ты зачем знак грызёшь? Дём, не надо. Ты же не собака. Это собаки грызут все подряд. Ты же не собака, дай. Ну, Дём, ну не надо, ну. Все, знак больше с тобой играть не будет. Дай. Это что? Ты луц грызешь. Не надо луц грызть. Смотри, уже надгрыз уже. Все, смотри. Он луц нагрыз. Ай, нельзя в маму... Ах ты хулиган. Маме больно. Ты писать не хочешь? Не-не-не-не! Дёма! Девочки, у меня все ноги в синяках. Ой, как некрасиво. Ты расстроен? Дём, ты расстроен? Мультики дать. Мультики дать? Да. Зачем тебе мультики? Поговори с мамой. Иди сюда. Иди с мамой поговори, Дём. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, Дём. Пойдем кушать, пойдем? Да-да. Пойдем? Да, да. Обедать пойдем, да? Да. Хорошо, пошли обедать. Только надо игрушки сначала сложить. Да. Да, давай их поскладываем, потом пойдем обедать. Thank you.
конфетку, да? А у меня нет. Да, закончилась сказка, идем, а получили конфетку с Доминичкой. Дать конфетку? Да. Ты Нику мучишь, да? Да. А зачем ты Нику мучишь? Пожалей Нику. Скажи, любимая сестричка, я тебя люблю. Ай, да, любимая сестричка. Хорош, дай поцелуй. Ой, мои хорошие детки. Конфетки. Папа будет Дедом Морозом, а Дема будет эльфом-помощником. А мы собираемся снимать видео. Вот видите, посмотри, как у нас тут все происходит? Видите, свет? Вот свет стоит на штативе, больше мне поставить. Дема, иди его сюда. Некуда. И сейчас я хочу снять... Дед Мороз пришел. Эльф ты наш, Дед Морозик. Хочу снять видео по просьбе некоторых моих подписчиков, что в моей сумке. Но снимать буду не совсем обычно, как вы привыкли видеть такие видео. Это будет совсем другое видео, потому что у меня в сумке совершенно все не так. У меня такой трэш там, вы даже себе не представляете. И я не буду вылизывать свою сумку, показывать, что у меня там идеальный порядок и чистота. Там такой трындец. И вот я хочу без подготовки, без ничего, просто взять, нет, и снять. Вот, поэтому вот так. Поэтому, если вам интересно, я думаю, это будет больше такое шуточное видео. Если вам интересно, то смотрите мой канал, подписывайтесь. Быстрее, быстрее. Девочки, смотрите, что только что принес курьер. Это от Агуши. Два чемодана, как я понимаю, с продукцией. И дети еще не видели, что это. Дем, что это? Можно распаковать? Конечно. Открывай, Дема. Открывай, открывай. Открывай. Давай помогу. Давай ты раскроешь синюю, а я розовую. Давай, Дема, открывай. Ого! По-моему, меня больше интересует это. Ну-ка, два чемодана. Ого! Ого! Ничего себе! Это Агуша прислали к Новому году. Амам! Амам! Правильно, Дима, это Амам. 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 Вот Амам. Вот Амам. Смотри, сколько тут Амамов. Такой классный чемодан вообще. Реально такой... Мало того, что много-много вкусняшек, вот представьте, два чемодана вкусняшек, да еще и сами чемоданы. Класс. Смотри, тут есть, Дем, есть с бананом, яблоком, есть с черникой. С черникой, да? Хорошо.